Чувашии начнут выдавать сертификаты молодоженов. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Михаил Игнатьев. Воспользоваться документом можно будет в течение года с момента регистрации брака. Молодожены смогут пройти бесплатное медицинское обследование репродуктивной системы, консультации специалистов городской клинической больницы номер 1 и президентском перинатальном центре. Мероприятия эти направлены на раннее выявление проблем, которые могут препятствовать рождению детей. Получают они квалифицированную консультацию, получают рекомендации по объему обследования, которые они проходят по месту жительства. Для прохождения обследования необходимо предоставить паспорта, свидетельство о браке и сертификат молодоженов. Место выдачи документа определят в ближайшее время.